Вы находитесь на пляже Гренады. Расскажите, пожалуйста, с вами есть Андрей Орешек, да? Берите у нее интервью, рассказ, спрашивайте, я вас буду снимать, давайте. Пулечка, ну как вам это место? Расскажите, пожалуйста. Ой, нам очень нравится, здесь очень хорошее море, погода. Да, ну мы напомним, что мы находимся Арбатская стрелка. Мы находимся на Арбатской стрелке. Это Херсонская область. Херсонская область, да. Азовское море. Азовское. Море отличное. Сегодня на календаре у нас 4. Давай с самого начала. 4 июня сегодня у нас. Сегодня у нас 4 июня. Прекрасный 2017 день. 2017 год. Вечер. Да. Море, температура у нас 24 градуса. Ветерок у нас прохладный. Легкий бриз. Легкий. Южный в средней степени. Да. Волны, как вы заметили, на нашем спине. Да, да, конечно. 3 балла шторм. И волейбольная команда с Киевской области только что приехали и окунаются, плавают, пытаются плавать. Там на микрофонах будет видно. Здесь отдыхают также с Харькова команда «Дзюдо», художественная студия. Ну а мы здесь работаем здесь... должность вашей уже. Я работаю здесь вожатой. Вожатой какого отряда, кто в вашем отряде? У меня сейчас первый отряд, художественная школа из Харькова. Можно тут? Да. Вот такие девчонки. Сидят группами маленькими по всему лагерю. И у них атмосфера творческая вообще распространяется на все. Мы ходим, умиляемся, обалдеем. У них творчество такое. Они рисуют, живопись, они такие классные. Они выражаются. Да. Да, они очень культурные все. Такие бы все были, да? Да, всегда бы такие все были дети. Я самые классные девчонки. А то говорят, молодежь, вот. 2000-й какая-то, а вот какая молодежь. Отличная молодежь. Так что зачем это все? И в те года, я помню, и ту молодежь, да, которая была раньше, всегда кто-то, кто в кустах, кто-то в футбол играл. Поэтому от этого никогда не денешься. Есть и такие, но есть и нормальные, есть и хорошие, которые и нормальные занимаются... все, давай начнем. Да, хорошо. Нормальные все. Ну просто кто-то, может, где-то еще не сформировался, кто-то где-то еще ищет свою там золотую середину. Ну и мы для того, чтобы здесь как бы детей подтолкнуть, не курим, не выпиваем, развиваем личные нервы, сжимаемся, подтягиваемся, так что и детвора смотрит. Так что пусть вот мы, пользуясь случаем, приглашаем и в этот лагерь, и в другие лагеря. Пусть дети приезжают, конечно, может не все, не во всех лагерях такие хорошие ребята. Мы устроим турне. Да, по крайней мере, мы стараемся, показываем личным примером, что наши детки. Приезжайте к нам отдыхать, у нас очень хорошо. Да. Город супер. Отдыхайте с нами, да. Оля Продакшн и Орешек Корпорейшн. Мы так назовем, даже первую. Спасибо вам большое.